Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ничего, хорошо. Хорошо, да, все у вас? Это вот вам подарок от нас. Мы очень рады, что вы поправляетесь. Мы с Алексеем Владимировичем сейчас попробуем поговорить. Коль. Угу. Нам нужно попытаться записать. Ну, работа. Хорошо все. Проезжали как раз мимо этого дома, видели вот эту вот женщину. Ну, она как-то неестественно облокотилась на забор, решили узнать, все ли у человека хорошо. Подъехав к ней, увидели, что человек очень сильно замерз, потому что и волосы, и ресницы, и брови уже все в инее, просто в белом было. Подойдя к женщине, увидели, ну, то, что у нее и руки очень сильно замерзли, она пояснила то, что она упала. Вот. И мы решили хотя бы согреть человека, посадили ее на борт к нам. И буквально вот спустя какое-то время подошла еще одна женщина, которая оказалась сестрой. Вот. Узнали, спросили у человека, как он себя чувствует вообще, то есть, ну, помощь какая-то. Вот. Она пояснила, что у нее болит нога. Было принято решение вызвать экипаж скорой помощи, и вместе с ней дожидались приезда скорой. Далее по приезду скорой помогли женщину погрузить на борт. Стояли, ждали, то есть узнать, все ли будет нормально у человека, все ли хорошо. И человек уехал в больницу. Вот.